Всем привет, друзья, вы на канале Shadow Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, мы снова в первом акте. Привет, соседа, я решил посмотреть, каким еще способом можно было пройти первый акт, иначе меня просто разорвет. У нас появилась какая-то фомка, какой-то гвоздодер в руках, потом был какой-то вентилятор вверху, но мы с вами прошли первый акт в первой серии через крышу и гаечный ключ. Поэтому я бы хотел еще немножко побегать в этом месте. Сейчас я тут соберу все, что могу собрать. Возьму это, чтобы подняться на крышу. Вон ходит наш сосед. И посмотреть, какой вариант возможен с вентилятором. Так, это мы открыли в первой серии. Игра, я вам скажу честно, меня зацепила. Зацепила, причем весьма сильно. Не ожидал, что она такая крутая. Так, ну давай поставим. Поставил. Давай, сейчас он будет нас... Нет! У него пылесос в руках. Нет, уйди, уборщица. Отвали, блин, слышите, высосал меня нафиг. Офигеть просто. Зараза. Ладно, я попробую еще раз. Кто ему пылесос дал в руки? А какая мощь у пылесоса-то? Представьте, да? Давай бы... Нет. Где он? Где он? Я уже его не вижу. Дай мне попробовать второй вариант, зараза. Я не знаю, может еще стоит открыть ту кладовку, которая... Подожди, я возьму. Ту кладовку, которая находится вот там, где мы находили гаечный ключ. Может быть, получится это. Еще там что-то отыскать? Блин, я в клей вступил. Так, вот это вот. Вот это идет сюда. Подожди, это... Запрыг. Ай, у меня сегодня не попадание стопроцентное. Подожди. Что это за шнур? Куда идет питание? Неужели к тому рубильнику, который вверху? А ну давай посмотрим. Жалко, дверь закрыта. О, я зашел. А ну давай быстро. Так, идет. Куда идет? Дальше куда? А, в стену, все. Да, оно идет туда, куда надо. Подожди, это тоже возьму. По-моему, нам конец. Можно я выйду через главный вход? Да открой эту дверь. Фух, туда открывалась. Хорошо, получилось. Давай быстро обратно. Мы должны узнать, что это за вентилятор. Блин, да задолбал ты. Опять с пылесосом пришел. Где он? Где эта сволочь? А вон он. Сейчас он пока добежит, я уже бегу его 10 раз. Так, там ящики есть, если что. Вот это, мне кажется, как-то открывается еще. Или это тот самый подвал, в который мы попали. А ну, вариант стоять. Блин, да что ж такое? Какая-то... Ой. А, он пошел в дом? В дом, да? Ну, иди. Ой, он близко. Он включил пылесос. Он снял с меня кет. Слышите, он не дает мне залезть на крышу. Там реально второй вариант, который... Нужно опробовать. Подожди, где он? Я не знаю, где он. Давай, быстрее. Так, только тут главное успокоиться, иначе прыгать будешь кривенько. Есть. Нет. Слышите, я тогда так легко... Все, это нервы уже. Я тогда так легко залез. Все осмотрел там без проблем. Есть. Теперь надо окно разбить. Давай, приятель. Он телевизор смотрит? Фух, получилось, так волновался. Все, я на месте. Так, шнур шел сюда. Вот это тот шнур мы проследили. В прошлой серии мы не успели проследить, просто прошли быстро по другому способу. Этот шнур идет вот сюда. Все, ясно. Вот это вот лифт. Ну, мы и слышали звук, я так догадался, конечно, уже. Ясно, а тут ничего, подожди. А ну, берите. Так, готово. А ну-ка, дайте мне этот... А, я не могу влезть с этой прекрасной газонокосилкой. А с этим могу влезть. Подождите, я открою дверь, чтобы была открыта. Сами понимаете. Хорошо. Да, открой эту дверь. Так, есть. А это зачем рубильник? Этот рубильник включает вентилятор, правильно? Правильно, вентилятор. А, я не вижу что-то. Мне надо кресло какое-нибудь или еще что-нибудь. Аккуратно. Давай возьмем вот это. Я хочу посмотреть на вентилятор сам. Давай. Ну понятно, он что-то должен толкать. Так, а что он может толкать? Ящик? Тут нет ничего легкого. А, мяч, который ходил. Может мяч? Но у меня есть этот
Вот это есть, но вряд ли, но... Оно выключим. Оно будет он работать, оно... Да, работает. Это работает. Так, подожди. Так, слишком мало времени, чтобы туда добежать. Ладно, мяч оставь здесь. Ой, не мяч, а этот. Там был резиновый мяч, помните, с фильмов ужасов, который катался? Вот мне вот этот момент интересен. Может он... Так нет, ну нормально, у меня есть секунд 20, наверное, да, чтобы добежать, встать, и он включит. Хорошо, этот вариант, в принципе, рабочий. Мы пойдем в комнату и получим ключ. Меня еще интересует один моментик. Насчет кладовой. Давайте, наверное, сейчас я еще хочу кладовую немного покопать. И что это был за гвоздодер, короче? Или монтировка, как она там лучше называется. Ох, я тоже прыгаю, вам скажу, неплохо. А ну подожди. Это не тот ключ, подожди, а где ключ? А, нет, он у меня, все нормально. Я не взял ключ. Ты не взял ключ. Ты вообще, что ли, псих? Бэтмен, ты не взял ключ. А теперь второй раз не получится еще и залезть. Ну, естественно, не получится. Прыгай. Прыгай. Сейчас пылесос будет. Прыгай. Фух, успел. Есть. Блин, застрял. Жри меньше, парень. Вот. Вот. Вот это я хотел взять. Проверить багажник. Взять монтировку и осмотреть. И осмотреть еще кладовую. Иди в баню. В баню не говорю. Отлично. Ай, он же рядом. Он же уже рядом. Так, выбрасываем лишнее. Что у меня лишнее? Ключ уже не нужен. Желтый, наверное, тоже. Правильно? Все, пусть лежит здесь, в моем навозе. Ты понял, это мой навоз. Я здесь пугаюсь. Так, дай мне вот это. Вот этот, наверное, тоже не нужен. Я уж под... А нет, я думал, кто-то упал. Все нормально. Так, минуту. Вот это еще зачем? Выглядит ужасающе, конечно. Как будто можно его зарезать. Слушай, если я поставлю и включу, оно будет ездить? Нет, ну в принципе можно использовать его как средство передвижения, но мы будем очень долго куда-то ехать. Медитативненько, я вам скажу. Если с мячиком они встретятся, который здесь катался у нас в первой серии, то это будет мега-супер-хоррор просто. Слушайте, а велосипед, не? Не, никак. Я же еще свой дом не особо осмотрел. Ладно, мне надо теперь попасть в его этот... в его подвал. Я хочу посмотреть, что там еще было. Там, по-моему, лопата была. Я так на видосе глянул, на нашем последнем. А ну дайте мне вот это. Сейчас я поставлю здесь. И второй, наверное. Главное, чтобы он мне не мешал сейчас. Но я за домом. А, магнит ты взял? Ты просто открыл, да? Ты просто открыл. Да, магнит. Магнит нам не дали взять. Опс. Она нашла конец дороги. Ну пусть. Пусть отвлекает. А что, шум, в принципе, может отвлекать. Может, он пойдет посмотреть, что там. Я тоже это не исключаю. А ну давай. Есть. Вот это вот монтировка. На кой она нужна? Нет, возьми ее. Ее возьми, а не... Битя... Бить не могу, бросаться могу. Я думал, вот это вот может... Как? Как? Уйди отсюда. Уйди отсюда, у меня монтировка. Ты понял меня? Ё-моё. Так. Минуту. Сейчас мне надо посмотреть будет. А ну, зайдет. А, может, забор можно продырявить? А ну, подожди, я соседский забор продырявлю. Может, для этого оно... Блин, не выбрось только ее. Нет, дальше нельзя. Забор не берет, короче. Я нажимаю кнопку, не берет, никак не берет. Все, ты успокоился? А ну тихо, пошли сюда. Короче, нам надо вот сюда прибежать, и когда шарик докатится, меня просто поднимут. А, как я окно разобью? Мне ж окно нечем разбить. Монтировкой, точно. Вот для этого, что ли? Блин, да задолбал ты, честно. Дай мне спокойно тебя ограбить-то. Ну, в конце-то концов, сосед. Ну, мы же соседи-то. Все, он успокоился. Есть, монтировку взял. Бери. Все, отлично, монтировка у меня. Давай сюда. Что здесь могло бы быть, чего я не видел? Лопата.
Это уже страшно. Ключ. Это замечательно. Клей. Свет. Нет, а тут в подвале ничего нет. Спокойно, это я сам себя напугал. Выползай отсюда. Фу, я думал, все же кто-то зашел. Все, теперь вариант только с этим. Теперь давайте проработаем. Я так понимаю, монтировка разбить окно только нужна, да? Зараза, опять он меня увидел. Да чтоб тебя, зараза. Ну ничего, мы этот вариант тоже сейчас проработаем спокойно. Все будет хорошо у нас. Вот, ты не думаешь, что я такой быстрый? Что я думаю, жаба... Да он умный. Он-то не думает, что я такой быстрый. Блин, он-то умный. Так, давай, мы еще успеем. Ну, правда, наспех у меня не получается быстро сюда заползать. Давай, 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 чуть-чуть еще. Давай. Ай! Меня сбросило. Короче, нельзя паниковать, когда ты бегаешь. Тут прыжки такие специфические, не совсем знаешь, куда ты долетишь, когда прыгаешь. Так, давай перепрыгивай, сейчас. Сейчас пылесос будет. Быстрей! Быстрей! Фух! Залез, слышите, засосал нафиг. Фу, есть. А что тут кресло делает, не понял. Или это я сбил. Так, берем вот это. Я не возьму, пока не выброшу что-нибудь другое. Что нам меньше всего надо? А лопата зачем? Ну, кроме того, как соседа закопать. Не знаю. Она с музыкальным образованием, лопата, видели? И продолжает удивлять, я не понял. Она сама себя закопала, что ли, прямо в ковре? Неплохо. Ё-моё. А, это я это ударился, спокойно. Так, оно выключай. Ставим. Не-не-не-не-не-не-не-не. Он и сам докатится, да? Нет, не докатится. До такой жизни он не докатится. Сейчас я буду ругаться, а ну ставь ее здесь. Ну что, лопату спасем? Давайте с музыкальной лопатой все-таки пробежимся. Еще лучше, наверное, ящик с собой взять. Нет, лопату мы тебя, наверное, оставим. Я не знаю, зачем ты нужна, может просто какие-то... Я просто в такт музыки действую. Слышишь, ты что тут делаешь? Уйди от меня. Взял моду у мячика с прошлой серии, пугать детей. Смотрите, музон включил. Специфический, конечно, но музон. Так, а ну ставь здесь. Только ставь. О, все. Не-не-не, не-не. О, отлично. Дай мне ящик. Отлично, включай. Ты что, блин, больной что ли? Ящик не видно ничего. Быстрей. Ждем, ждем, мы прибыли с грузом. Ну поднимайся уж, он уже идет, ну поднимайся. Поднимайся, ну, ну давай же. Есть, докатился все-таки. Есть. Я зашел. Я зашел, у меня есть красный ключ. Все, мы завладели. О, еще один шарик. Ни в коем случае. А, он отжал, да? Он ломает дверь, короче, он отжал рычаг, прикиньте. Дайте хоть эту комнату осмотрю. Гитара. Гитара, радио. Я хоть осмотрю уровень. Вообще прикольно исследовать эту игру, особенно в такой манере нарисовано. Вот такие вот рисунки обалденные. Вот такого кота встретишь и спать не будешь 6 дней. Так, а зачем гитара? Я вот не понял, зачем вот это. Просто так, как и лопата, да? Просто что она есть... Ну, по идее, подвал можно было вскрыть как-то, ну, не знаю. Ладно, давайте... Нет, я ее оставлю, пожалуй. Давай мы выбросим, наверное... А что мы выбросим? Все нужно. 4 предмета маловато, как по мне. Ладно, давай его выбросим. А ну, дай мне гитару. Да. Я, кстати, играть могу. Слышите? А гитара музыкальная. Так, это я, пожалуй, уберу. А его-то, по идее, здесь не должно же быть, да? Че он на меня так, как будто он здесь, рядом со мной? Тут, кстати, что-то мне не получается сбить его. Вот это. Я издаю прекрасные звуки, я вам скажу. А как вот это убирается? Ну, почти получилось. А, просто передвинуть, все понял. Но его здесь быть не может. Я ж не открывал нижнюю дверь. Да, я не открывал нижнюю дверь, все в порядке. Все в порядке, я открывать ее не буду, хотя можно и открыть.
смотря где он находится. А давай откроем. Давай войдем через дверь. А че рычаг сам отжался, вот скажите. Ну ладно, вентилятор пусть работает. Подожди, дверь открывается с помощью вот этой штуки. Нет, я хочу с гитарой выйти. Где гитара? А гитара у меня? Да. Неплохо, да? Ночной горшок, если что. Тут и жить-то можно. Это что такое? Блин, ну тут толкается солидно все. Что, здесь? Не может быть. Не может быть. Так, мне нужен ключ. Дайте мне ключ. Вообще телевизор здесь работает. Я просто хочу немножко здесь осмотреться. Я тут пробегал-то, конечно, не знаю, может что-то еще здесь ценное. А вон он ходит. Привет, сосед! Блин, я ключ потерял. Все, он меня нашел. Он меня нашел. Но я все-таки выпрыгнул. Я все-таки выпрыгнул во вторую часть подземелья. Все, друзья, мы сбежали двумя способами. Не знаю, зачем нужен гвоздодер этот. Может, кто знает, пишите в комментариях. Интересно. Может, еще какой-то есть третий вариант. Но просто лифт и лестница. Это два варианта очевидных. Может, еще как-то через вскрыть подвал, может, можно было. Не знаю. Не знаю. Все, встретимся уже теперь во втором акте. Подвал мы, кстати, проходили в прошлой серии. Во втором акте продолжим наше... бегство от этого соседа. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвиль, Игровые миры. До новых серий. Привет, сосед. Пока.